На конкурс дети читают стихи, Сапода ждали. 10 лет, Кулешова на Минском шоссе. Идти устали маленькие ноги, но он послушно приглашает путь. Еще вчера хотелось у дороги ему в ромашках полевых уснуть. И мать несла его, теряя силы, пути минуты длились словно дни. Все время сыну непонятно было, зачем свой дом покинули они. Что значит взрывы, плач, дорога эта, и чем он хуже остальных ребят? Что на траве зеленую кювета, раскинув руки, рядом с мамой спать? Как тяжело выслушивать вопросы, могла ли малышу ответить мать? Что этим детям, спящим у березы, что этим мамам никогда не встать? Но сын вопросы задавал упрямо, и кто-то объяснил ему в пути, что это спали не живые мамы, от бомбы не успевшие уйти. И он задумался, под лязг машин железных, как будто горе взрослых понял вдруг, в его глазах, недавно безмятежных, уже блуждал осознанный испуг. Так, детство кончилось, он прежним больше не был. Он шел и шел, и чтобы мать спасти, следил ревниво за юнским небом. Малыш, седой от пыли лет 6.